был слушок, что у вас были сексуальные отношения втроем. С кем? Алена была одной из них. Чушь полная вообще, в смысле? Ну, в прямом смысле мне написала, так скажем, пташка в директ, как говорят. Я очень рада, конечно, за твою пташку. Ни с кем. Вообще, в принципе, я про половую жизнь. Успокойся, ты что-то... Мне просто не нравятся такие вопросы, они странные. Просто, я не знаю, вы из меня какую-то пташку делаете просто. Хорошо, вопрос. Был ли у тебя секс втроем, где один из партнеров была Алена и еще один человек? Нет. Это правда. Это правда, что твой родной брат находится сейчас в детском доме? Да, это правда. Когда произошла история, связанная с моей мамой, я приняла решение о том, что я Ярослава забираю к себе. Его папа решил сделать по-другому. Его папа сказал о том, что жить он будет только с ним. И крайний вопрос про твою семью. Смогла ли ты все-таки простить свою маму? Ой, Ален, эта тема мне дается очень сложно, ты знаешь. Да, я смогла ее простить. Уже, правда, достаточно вопросов на сегодня, но это прям вот ну, самое больное. Друг на сегодня это же Роман, а танец лучшего друга. Воу-воу-воу-воу-воу! И обнимашки. Вот что ты отказала.